Продолжим наш концерт. Вы знаете, друзья, в самом начале рассказывая анекдоты, я умышленно приберег на более позднее время свой любимый украинский блок, который представлю вам просто с огромным удовольствием. Итак, представьте себе, украинец возвращается из Японии, где он был в командировке. Естественно, упакован, Хитачи, Панасоник, Камасу, Митсубиси, Шарк, весь. На каждой руке по две пары часов, тещу купил, продать. Естественно, в кимоно, чтобы было видно, что с Японии. Сверху дубленку цыган купил в аэропорту, ну не важно. Поднимается на второй этаж, звонит дверь, жена открывает. Вау! Кормилец! Кидается к нему на грудь, а он ей так коротко. В кровать! Вау! А романтический вечер при свечах. В кровать я тебе сказал! Ну сейчас. Ушла в спальню, возвращается в эротическом белье. Вот такие различные дела перед ним эротические дела. Он давно уже под одеялом. В кровать я тебе сказал! Ну иди, жеребец. В порыве любви бросается к нему в кровать, он из головой накрывает. Смотри, светятся. Человек поехал на рынок, продал последнюю лошадь, купил бутылку шампанского, решил сам ее выпить. Быстренько прибежал домой, спрятал в соломину крышу ее, выгнал из гнезда стрижа. А ну пошел отсюда, халявщик пернатый. Замаскировал бутылочку и ждет, пока все уснут. Вот все уже спят. Как ему кажется. Он перекидывает ногу через жену, чтобы выйти на улицу. Жена понимает это по-своему. Ты куда полез, ты, Дон Жуан кривоногий? О, деловой, то лежит, как памятник по полгода, тут ему приспится. Ляг, успокойся, еще маленький не спит. Он лег, успокоился. Минут через 15 вторая попытка. Слухай, Казанова, лопухи, ты меня удивляешь. Чи ты виагры обожався вместо винегрета, чи шо ж тут? Ля, успокойся, старший еще глазами блимает. Он лег, успокоился. Минут через 40, чтобы наверняка, перекидывает ногу, все получается, все спят, как ему кажется. Он выходит на улицу, закрывает дверь. Украинская ночь, сверчки, звезды, красота. Он бутылочку туда. Первый раз дебют у него. Там газы же накопились. Пробка ушла, как СС-300 в небо туда. Ворона упала с дерева, она спала, не ожидала. А в это время в хате самый маленький. У то мама, если вы не выпендрувались, батько, бля, застрелил. Человек пришел к своему приятелю во двор. Тот сидит, отдыхает, выходной день. Ноги уже в тазу, рюмка, вареник, готов. Этот пришел с двумя пустыми ведрами. Поставил, что отдыхаешь? Молодец. А мне не до отдыха. Можно я у тебя в колодце два ведра воды наберу? Та ради бога. Був бы кипяток, а так мне не жалко. Он набрал два ведра воды, убежал. Через пару минут возвращается, ведра уже пустые. Ну что, не хватило. Два и все. Бери, ради бога. Он взял, набрал, убежал, возвращается, ведра полные, вернее пустые. Ну что, опять, как день сурка, скажи, туди, сюди. Ну что, два и все. Бери, конечно. Сам думает, а куда он их носит? Надо проследить за ним. Он тихонечко за ним проследовал, смотрит, тут приходит к себе во двор и всю воду себе в колодец. Ах так. Он возвращается к себе, ждет ее в четвертый раз. Этот приходит, ведра пустые. Ну что, по традиции, два и все. Не дам. Пожалуйста. Не дам. Сильно прошу. Не дам. Я тебе умоляю, у меня теща в колодець рухнула. Стоит на дне, вот так в воде. Два ведра не хватает. Спасибо.